Приветствую на канале «Правильный выбор». В данном видео я расскажу об автомагнитоле JVC KD-X163. В описании вы найдете ссылки с актуальными ценами на эту модель. Я очень старался, подготавливая этот обзор, и надеюсь, вы поставите лайк, подпишитесь на канал и включите колокольчик. Автопроигрыватель устанавливается в штатную корзину в салоне легкового автомобиля, соответствующую типоразмеру 1 DIN. Для обеспечения работоспособности устройства необходимо подключение к бортовой электросети с напряжением 12 вольт. Благодаря классической черной расцветке лицевой панели и приятной зеленой подсветке сегментного дисплея и клавиш управления магнитола станет гармоничным дополнением любого салона автомобиля. Четырехканальная модель готова похвастаться впечатляющим показателем максимальной выходной мощности, достигающим 200 Вт. Помимо воспроизведения музыкальных композиций, записанных на флешку, устройство порадует вас трансляцией любимых радиостанций, вещание которых осуществляется в диапазонах FM и AM. Читаемые форматы аудиофайлов представлены четырьмя наиболее популярными форматами WAV, VMA, FLAC и MP3. Автопроигрыватель поддерживает работу с мобильными устройствами на базе операционной системы Android. Имеется возможность дистанционного управления с помощью руля. Максимальное токопотребление в спящем режиме не превышает 1 мА. Для подключения усилителя, для сабвуфера, либо для динамиков присутствует линейный выход. Именно у этой модели существует расширенный диапазон нашего отечественного УКВ. Наслаждайтесь, ни километра без музыки. Меню переведено на русский язык, это очень удобно. Присутствуют полноценные кириллические символы во всех уровнях. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и выделил, на что они жалуются. Мало настроек эквалайзера. FM-каналы, установочные в диапазонах 88,3 по 107,7, всего 6. Железная рамка под магнитолу очень мягкая. Очень сильно греется радиатор. Немного не хватает высоких. Громкость слабовата. Долго думает после включения. Плохо ловит радио. Нет энергонезависимой памяти. При подготовке обзоров я стараюсь быть объективным и сейчас расскажу о положительных отзывах. Хороший звук. Легкое подключение. Красивый внешний вид. Есть полное управление эквалайзером. Цена. Раздельно регулируемая яркость подсветки дисплея и кнопок. Цена-качество полностью соответствует ожиданиям. Есть крутилка для регулировки громкости. Удобное и простое меню настроек. Возможно, вы стали владельцем такой автомагнитолы и захотите поделиться своим мнением о ней с нашими зрителями в комментариях. Ссылки с лучшими ценами на эту модель вы найдете в описании. Надеюсь, что вы уже поставили лайк и подписались на наш канал. А чтобы первыми узнавать о выходе новых видео, рекомендую включить колокольчик. Всем пока!